Да. Полиция гражданской безопасности. Я ехал с супругой, с тестем, километров 30, а этот урод в меня влетел. Кто? Мы, кто? Вон стоит машина ближе к заправке, где два человека. Ага. Этот урод в меня влетел, у меня супруга инвалид второй группы. Мы въехали вот еще в КамАЗ. Он, видите, как пострадала машина. А он что, хотел убежать с места преступления? Он не смог убежать, у него лопнуло колесо. Ага, но пытался. Пытался. Вот. А полицию вызвали? Вызвали уже полицию. Просто, пожалуйста, чтобы это все знали. Хорошо. Что такие дебилы. Как вас зовут? Петр. Меня зовут Петр. Ага. Такие дебилы, пьяные, летают за рулем. Он пускай... выпивший? Еще выпивший, да. Здравствуйте, полиция гражданской безопасности. Я муж Людмила. Да. Да, это моя супруга. Сейчас мне надо, знаете, первым. Вы пострадали, делом... девушка, да? Да? Мне первым делом сейчас данные я записать ее же буду. Хорошо. Что случилось? Что не случилось? Я не знаю, я тоже ехал с вами дорогу. На встречку он вышел и прямо в лоб нас уебенил. Вот что случилось. Он ехал. Ну конечно, а мы, говорит, мы шли. Да, он говорит. Вот свидетели есть, ребята стоят, видели, как все было. Мы шли вот так вот, 40 километров, 45 максимум. Если я не встретил, он вышел бы сюда, да, правильно? Да, да. Ты рульнул, да, и прямо на бочину, да, уебенил. Да, да, да. Я извиняюсь, да. А вы ехали оттуда, да? Да, он сверху, да, ехал. А вы? Сни... А, вы снизу? Нет, мы снизу поднимались на форде. Так. Перед нами еще парень включил поворот на стояночку. Мы притормозили, 40, это максимум. Он спускался сверху и прямо боком въехал нам по бочину. А вы говорите, на форде это фиат? Не, форд, форд, вон. Который вон. Вот у тебя форд, да? Это ихняя машина форд, а ваш я? Нет, вот и вот. Да. Я сзади сидел в той машине, я сидел сзади, за рулем был парень. А вы в форде ехали? Да, сзади. За рулем был, а я сидел сзади. Так кто виноват? Фиат? Конечно. Вон люди, люди, свидетели, он прямо в нас въехал. Вышел на встречку и прямо в удар. Я буду сказать, вот это, он виноват, он скажет, я виноват. Правильно? 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 Не-не-не, мы взрослые люди, правильно? Да, да, да. Значит... Лучше смотри. Разберемся, все, проблем нет. А что вот это? Не надо вот это. Конечно, разберемся. Здесь получилось, они, кто-то выехал на встречку. Он вышел на встречку и вот боком получается, боком въехал у нас. Естественно, потерял парень управления, взять его. Ну это понятно. И мы уже съехали. Ну да, тоже здесь скорость. Скорость была не маленькая у парня, я вам скажу. Я спидометр не засекал, но, наверное, 70 это точно ушел. 70, если был бы 70, значит, что? Ну 60. Ну 60. Какой 60? Ну а сколько? 20 что ли? Конечно. Ну в любом случае нам надо вызвать полицию, чтобы уже вызвать. Да. Не, уже вызвали. Водитель, идите данные записать, надо в медицину. Давайте. Да. Ты не вызвал, сейчас подай. Он был за рулем. Да, да. Лев закрыт. А вот кто? Я извиняюсь. Скажите, пожалуйста. Там скорая помощь. Они будут просто делать спецсообщение. Спецсообщение. Все. И номер машины. Ударил, машину понесло и уже сюда, сильно испугалось. А эти стояли, да? Ребята, да, стояли.
Да. А с какого вы канала? А мы любим правдолящий сайт. Хорошо, все, пожалуйста, выкладывайте, все. Подключаем.